Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на электротермоклеевые пистолеты Deco 220 вольт, 30, 80 и 120 ваттные из Китая в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 23 февраля 2019 года. Итак, здесь очень много, получается, раз, два, три, пять комплектов, но и цена варьируется от $5.99 до $22.99. Нажмем «Из Китая доставка». Ага, вот, получается всего три комплекта. Значит, теперь евро. Осталось три комплекта и бесплатная доставка в Россию. Давайте первый комплект. Получается $16.99. И DKT-120. Ладно, смотрим дальше. $18.99. И третья комплектация. $22.99. Ну, здесь по мощности. А мощность я вот здесь прочел все, да? 30, 80 и 120 ватт. Так что вот такая цена самого изделия и доставка в Россию бесплатная. То есть цену мы знаем на гаджет. Теперь посмотрим стоимость доставки в другие регионы. То есть, чтобы сделать плюс. Будет или не будет, интересно. Как всегда говорю, лучше бы его не было. Да, пускай всем будет. А ну вот. Для Беларуси $1.26 плюс. Теперь. Казахстан. Бесплатная доставка. И Украина. Украина. Бесплатная доставка. Ну, в принципе, только для белорусов плюсик небольшой. Но бренд Deco. Неплохой бренд. И заказов 249 заказов. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.